две двойки, две четверки и две восьмерки. В серийном номере у банкноты 1000 тенге, которые лежат на байковой поверхности 13 октября. При этом двойки расположены слитно. Двойки — это цифра познания. Энергетика познания усиливается в этой банкноте в два раза. Но четверки, восьмерки, они в разнобой пошли, поэтому усиление власти и усиление силы не происходит в этой банкноте.